Продолжая механикус, осталось совсем немного. Кажется, 5 уровней осталось всего лишь. В общем, я посмотрел, что тут можно сделать с моим магосом, и решил, что в принципе ничего такого серьезного здесь не осталось. Наверное, попробую взять здесь голову на 2 энергоброни. У меня сейчас голова дает 1-1 брони, да? Ну, физическую, одну энергетическую. В общем, я решил поменять ее на вот на эту. В общем, думаю, что несмотря на то, что у противников есть претариации, да, которые постоянно ко мне подлетают, лупят меня, в общем-то, в принципе, один урон, который я могу снять с их атаки, это, конечно, не такое уж большое, не такой уж большой выигрыш, да, лучше, наверное, снимать 3 от выстрелов. А стреляют там практически все противники. Вот, по поводу заданий. Ну, скрытые задания я уже выполнил, тут ничего нету нового. В общем-то, есть у меня возможность выполнить 2 достижения из 3. То есть, либо выполнить все задания за Сцеволу, либо за Видекса. Ну, то есть, тут очень нужно будет постараться, чтобы все выполнить. В общем, поэтому я буду за Сцеволу выполнять. И есть возможность выполнить у меня достижения на полный состав магасов. То есть, 6. А мне нужно открыть 2. В принципе, уровни есть, но я не вижу здесь нигде, где можно этого магаса взять. То есть, вот где они есть, да, то есть, кто именно их дает. То есть, либо Хепра, либо Ро, я уже не помню. Не обращал внимания, надо было, наверное, все-таки обратить, посмотреть, что и как дает. В общем, попробую как-то найти их, да, выполню, наверное, за каждого по одному заданию, посмотрю, что да как. И, может быть, успею выполнить это задание. Вот, ну ладно, в общем, пока что сейчас буду выполнять за Сцеволу задание. Кстати, сложное, появляется Варгард Некронов, не помню, я встречался с ним уже или нет. В общем, ладно, поехали на него. Состав армии и гимнов старый, да, все то же самое. Поехали. Так, карта такая не очень приятная. Кстати, всего одно событие здесь есть, это интересно. Ладно, ну, в общем, очевидно, нужно сперва добраться сюда. То есть зачистить все эти точки и потом как-то искать короткий путь в эту точку. В принципе, самый короткий путь вот такой вот, да. Но здесь может какое-нибудь быть событие, которое повысит уровень пробуждения гробницы. Может так оказаться даже, что самый короткий путь будет вот такой вот. Ладно, ну в общем, в принципе, более-менее нормально все. Буду надеяться, что здесь будет много этих консолей, да, чтобы можно было снять. Я даже, наверное, думаю сперва, ну, зайти в эту комнату, потом зайти в эту, посмотреть, какой будет уровень пробуждения, и потом уже буду думать, как лучше проходить. Может быть, даже окажется, что можно будет вообще всю посетить карту, если я здесь правильный вариант выберу. Ладно, в общем, поехали. Вот это точно пробуждение. В общем, вот это тогда выбираю, раз он зеленый подсвечивается, все нормально будет. В общем-то, черный камень. Кстати, я его не узнал почему-то. Не знаю, я аж вроде все помню. Видимо, он редко встречался, и я его не признал. Ладно, в общем, поехали дальше. Сразу же в битву тогда врываемся. Вот первый Варгард. В общем-то, есть у него неприятная фишка, он подменяет собой. Вернее, не собой, а когда его бьешь, он подменяет на кого-то другого. В общем, не знаю, не помню уже, с кем он работает. Посмотрим. По-моему, кстати, даже вот претарианцы там как-то с ним связаны. Криптек. Ну, в общем, тут противников немного, но всего одна консоль. По-моему, даже вообще консоли нет. Нет, вот одна есть. Так, ладно. Ну, в общем, я думаю, нужно просто всех убить. В принципе, времени очень много. Но вот, кстати, могилы подсвечены. Я думаю, что они отсюда начнут вылезать. То есть, они, кстати, не зеленые подсвечены. То есть, скорее всего, сразу же будут начнут работать. В общем, очков познания у меня нет. Пройти через стены я пока не могу. Стану поближе тогда к этому монолиту. И потом, если что, сюда проберусь, постараюсь. Поехали. Так,
Ну да, открытый. Ну, открытый, закрытый, в общем, проходы. Придется целый ход ждать. Можно, наверное, чем-нибудь будет выстрелить. Попробую добрать очко познания. Интересно, я смогу вот с них собрать? Да, походу показывает, что могу с них собрать. Не знаю, сейчас проверю. Я раньше этого никогда не проверял. Да, нельзя, в общем, собрать. Не видит их. В общем-то, в принципе, я потерял целый ход. Мог сюда подойти, разочек выстрелить. Чем-то это могло бы мне помочь, наверное. Наверное, попробую тогда собрать здесь очки познания. Все-таки подойду сюда и выстрелю в них. Немножко я здесь достаю. И потом, в общем, подойду куда-то сюда, буду готовиться здесь забирать, ну, здесь врываться. Так. Ну, двоих вижу, в общем. Стоит ли усиливать энергию, не знаю. Попробую, наверное, все-таки применить. Да, вот она как работает. В общем-то, он подменяет сильных, ну не сильных, а таких хороших бойцов с собой. То есть, если, допустим, в ближнем бою его попробует завалить, он просто возьмет и подменит с собой. Так, ладно, в общем, здесь больше я никакого урона нанести не смогу. Пойду, наверное, тогда куда-то сюда, буду здесь готовиться. Так, это кто такой, интересно? Притарянец, он сам ко мне придет. В общем, тогда здесь встаю и буду ждать следующего хода. Здесь я вроде защищен от противника. Стоп. Возможно, нет. Вот здесь вот стоп. Несмотря на то, что она в меня будет стрелять, я надеюсь, что в меня не будет стрелять хотя бы вот этот вот разрушитель. Ну и плюс за каждый выстрел по себе я получаю очко познания. Это тоже хороший вариант, в принципе, здесь. Да. Ну да, вот она в меня стреляет. Еще одно очко познания. Это, кстати, неплохой вариант. То есть, я еще долго думал, стоит ли брать мне вообще этот навык. В итоге, в общем-то, взял его. Так, что тут можно сделать? Стоит ли мне, допустим, выставлять сервиторов? В принципе, я здесь и так совсем справляюсь. Одного выставлю. Пока что одного более чем достаточно. Скорее всего, я сейчас завалю вот этих обоих. Есть такие шансы. Посмотрим, что этого по броне тут. Вообще брони нет, но я боюсь, что опять замещение произойдет. Не знаю, как часто они это себе позволяют делать. В общем, сейчас хочу вот этих завалить. У них, в принципе, энергетическая броня только вот от этой штуки получилась, ну, появилась. Так что, по идее, должно быть все нормально. А, наверное, надо было, кстати, сперва это забрать. Очки исследования. Попробую с него снять. Так, ну и попробую сейчас тогда добить их. В принципе, я, наверное, вот этого буду убивать. Он все-таки два раза ходит за, ну, за раунд. Этого, наверное, никак уже не добить. То есть, не достает по противнику. Наверное, тогда попробую сперва вот здесь посмотреть, что будет. Сниму тогда уровень пробуждения и заряжу дух машины топора. И вот этого добью. Да, нормально получилось. Так, ну и теперь, наверное, есть смысл просто пропустить ход. Поехали. Нифига себе. Неожиданно. Я думал, он по 4 урона наносит. И это даже не крит был. Но это значит была ошибка. Я фактически слил одного сервитора. Отлично, вообще весь урон поглотил, то есть хороший был вариант взять энергетическую броню.
Так, я, наверное, одного сервитора выпущу сюда, чтобы он добивал разрушителя. Одного сюда, чтобы он попробовал вот этого, может быть, как-то ему урон нанести или еще что-нибудь. Вот сам я вот этого добью. Так, посмотрим, что у него здесь по броне. Забыл, что сервиторы не смотрят броню. Ладно. Просто здесь тогда встану. Так, ты добиваешь... Наверное, так, стоит ли вставать здесь? Я себе проход здесь закрою. Наверное, тогда не стоит. Можно было, наверное, пропустить ход, да, чтобы потом, когда я магасом отойду, убить разрушителя и уже подойти к нему. Не знаю, в принципе, я все равно ему большого урона не нанесу. Ладно, просто здесь тогда встану где-нибудь. Тебя попробую добить как-то так. 2-4. В принципе, шанс есть его убить. Шанс примерно 2 из 3. Рискнуть? Наверное, рискну. Да, нормально, в общем, сойдет. Сейчас посмотрю, что у него здесь по броне. Энергетическое, не очень хорошо. Неправильно я, значит, поступил. Так, может быть, вот эту штуку быстренько добить тогда постараться. Или пусть его сервиторы лупят, а я пойду сюда, вот этого добью. Попробую, наверное, так сделать. У него никакой брони нет. Кстати, надо не забыть еще подлечиться. То есть я, наверное, прямо сейчас подлечусь. И попробую тогда этого завалить уже. Но походу не получится его завалить. Все-таки я думал, что если удастся, ну если повезет, я нанесу ему максимальный урон там. 7 урона было, и добью его тогда сервочерепом. В общем, немножко не хватило. Ладно, тогда, наверное, просто пропущу тогда ход. На следующий ход что-нибудь придумаю. Даже, наверное, подойду сюда поближе, чтобы этот далеко не улетал. Встану даже рядом с ним, где-то вот сюда вот. Так, даже нет, даже сперва с него доберу очков познания. И только потом отойду. То есть, боюсь, что если бы я здесь стоял, он отлетел, и сервиторы мои до него просто не добрались бы. Так, ты, наверное, тогда пропусти ход, потому что я еще с собой хочу что-нибудь сделать. Посмотрим, может быть, я все-таки убью. Да, шансы убить его небольшие, но есть. Отлично, получилось. 50 на 50 был шанс, в общем. Отлично сработано. Сейчас пойду тогда просто того добью уже и все. Так. Блин, еще здесь и закрыто, этот проход закрыт. Ладно, здесь хоть есть возможность пройти. С топора, может быть, тебя ударить? Ну-ка посмотрим. Доберу с тебя очков познания и добью, наверное, это с топора. Ладно, не супер, конечно, получилось, но, в принципе, более-менее нормально. Уровень пробуждения 1, это очень много. Этот замок опутан толстыми корнями.
пробившимся в гробницу сверху. Они не дают добраться до устройства. Придется применить силу, но так, чтобы не сработала сигнализация другие системы защиты, которые наверняка установили некроны. Растворить, подорвать, вырубить. Может быть, растворить? Инициатива. Ну, блин, ладно, это еще более-менее такой нормальный вариант. В общем, я хотел здесь сперва посмотреть вот этот вариант. Может быть, здесь я хороший какой-то выберу. И потом уже пойти сражаться в битве. То есть, как-то так. Посмотрим. Более-менее короткий путь я здесь пройду, и можно будет уже по битвам пройтись. Подход к одному из тессерактовых замков защищает несколько гауссовых бластерных турелей, полностью перекрывающих один из проходов. Здесь невозможно пройти, не активируя систему обороны. Нападение, уничтожение управления. Ну, военный вариант, мне кажется, не очень хороший. Попробовать перепрограммировать одну из турелей так, чтобы она открыла огонь по остальным. Не знаю, как это можно вообще сделать, да, как можно знать некроновский. Я попробую рискнуть. Кстати, неплохой вариант-то получился. Не повысился уровень пробуждения. Сюда захожу, будет плюс 2, сюда еще 2.1, здесь 2.3. В принципе, очень даже неплохо получается. Если в одной из этих битв будет очень много консолей, то я даже могу, наверное, все зачистить вот эти комнаты. Посмотрим. Так, я надеюсь, что здесь действительно будет много консолей. Если здесь будет много консолей, если я ниже уровень пробуждения сделаю, то я пойду тогда в эти комнаты тоже зайду. Тоже только одна консоль. Не очень хороший вариант. Лич Страж. 3 Лич Стража — это очень-очень неприятно. Притарианец. Даже 4 Лич Стража — это очень неприятно. Да уж. Ладно. Так. Они ходят первые еще к тому же. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Может дать ему себя ударить? В принципе, у меня очков познания много. Попробую, наверное, несколько выставить сервиторов. Если у него, допустим, энергетическая броня, то тогда попробую моими сервиторами его порезать немножко. Попробую постараться хотя бы. И этот еще ко мне прилетит. У этого физическая броня, то есть его сервиторами, конечно, тяжело будет убивать. Так, наверное, пока что пропускаю ходы. Надо будет сперва посмотреть, что у него по броне. Так, и что у тебя по броне? Тоже физическое, это очень плохо. Очень плохо. Не знаю, стоит ли применять гим для пробития брони. Я, наверное, думаю, гим я применю, когда вот этих троих сразу буду бить. У меня как раз здесь возможность ударов по площади, все их пробьет. В общем, здесь тогда не буду применять. Так, нужно попробовать как-то ударить так, чтобы обоих хотя бы задеть. Так, ну-ка, надо отойти. И я не уверен, что это вообще сработает. Да, вон второго вообще не видно даже. Ладно, здесь, в общем, очень неприятная ситуация. Может быть, тогда сперва сюда зайду, посмотрю, что здесь. Кстати, здесь нет никаких этих, никаких гробниц нет, то есть никто не появляется. Это хороший вариант. Я думаю, наверное, тогда оставлю здесь этих противников, сюда сбегаю, ну, вернее, не сбегаю, а заберу очки познания. И вот здесь вот применю гимн. Попробую их максимально, с максимальной дальности ударить. 1, 2, 3, 4, 5, 6. То есть вот здесь вот, в принципе, можно спокойно встать. Наверное, подлечусь еще сперва. И воспользуюсь гимном на пробитие брони. То есть как раз здесь очень много Лич Стражей. Это хороший гимн против них. 6 ударов. Вот здесь только вот этим, наверное, тогда вообще не буду никого ударять, чтобы не тратить. Так.
По-моему, они до меня не доходят, и вроде сейчас должен нормальный навешать. Неплохо. А у этого, кстати, очень много походу было здоровья. 14 штук, по-моему, было единиц. Здесь еще, кстати, неприятный тип есть, криптеп. Он как раз восстанавливает здоровье. То есть нужно будет что-то придумать с этим. Вот. Так, у меня есть еще возможность ударить с пробитием брони. Вот сейчас вопрос, как это лучше сделать? Я не убиваю вот этого. Это 100%. Хотя нет, подождите. Если я попробую ему с тыла зайти, я могу его, в принципе, пробить. И еще этим достанется. То есть, по-моему, хороший вариант. Не знаю, умрут ли они все. Так, что у них там? 2-4. То есть, может вот этот только выжить. Но, в принципе, вариант хороший. На всякий случай, тогда соберу еще очки познания. Ты попробую применить вот эту штуку. Да, один единственный вышел, как я предполагал. А, повезло. Повезло. В общем, я не понимаю, как это работает штука. То есть, иногда она работает, иногда не срабатывает. В общем, что еще из необычного тут можно сказать? Ну, в общем, этот тип, он может реанимировать. Лишь стражи, чего не хотелось бы добить, их как-то не получается. Я, наверное, подойду к нему, с топора ему наваляю. Он, скорее всего, потом ударит меня, либо если он пойдет где-то вокруг попытается обойти, то он получит от меня еще с топора. Это хороший вариант. Единственное, только я, конечно, потерял одну атаку бронебойную. Все, поехали. Так, тут, наверное, тогда просто остаемся на месте, ничего не будем делать. Может быть, вот этого можно было ударить. Но я не пробиваю, можно было зарядить дух машины, но, кстати, да, вот все еще этот баг работает, он приземлился непонятно где, и, в общем, его даже атаковать невозможно. Да, и, кстати, надо не забыть уничтожить вот эту вот консоль. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Так, вот так вот попробую выстрелиться. Ладно, тут тогда опять пропускаем. И не получил атаку, да? Очень странно. Одного поднял, тоже неприятно. Но у него хотя бы здоровье будет поменьше. Ладно, в общем, наверное, тогда этого добиваем, что ли. Его нужно пораньше, скорее всего, убить, потому что он поднимает противников. Так. Стоит ли этого ударить? Тут пробивание брони есть, в общем-то, в принципе, наверное, не стоит. Зря тратить пробивание брони. Пойду, наверное, тогда нижнего добью. Кстати, а я его не убиваю. Ну ладно, он, в принципе, много мне урона не может нанести. Я выживу. Потом сразу же подлечусь. Блин, еще и урона нанес мало. Это тоже неприятно. Интересно, я смогу его сейчас вообще убить? Сколько у него там? 9, да? Я его не убиваю. Да, я его не убиваю. Может быть, ударить, снять часть брони? Он меня опять потом ударит. Ладно, пока лечимся, в общем. Сниму часть брони и попробую тогда вот этим добить. Ого. В общем, что-то странное творится. Вместо того, чтобы меня проатаковать, он решил обойти. Получил удар. Не совсем понимаю, что происходит. Ладно, в общем, тогда, наверное, есть смысл сюда подойти. Попробую выстрелить тогда вот этой штукой и сразу всех затеть. Эти двух убьют, этому какой-то урон небольшой нанесет. Этому даже урон не нанесет, потому что не видно. В общем, странные фишки какие-то тут происходят. Наверное, тогда есть смысл как-то сюда, что ли, подойти.
Так, а пробивание брони у меня еще действует, интересно? По-моему, нет. Раз не показывалось, то нет. Да, действительно нет. Ну ладно, в общем, двух других добил. Этот, наверное, только подлечит максимум. Стоит ли подходить? Наверное, тогда раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, в общем, не доходит. Только здесь пропускаю просто ход. Здесь, наверное, тогда пробуем его добить. В принципе, шансы есть. Да, шансы небольшие. Плюс надо не забывать еще консоль здесь уничтожить. На этой битве я двух сервиторов потерял. В принципе, от последней битвы осталось, и сервиторов у меня, в принципе, довольно много. То есть можно особо не волноваться. Блин, еще здесь закрылась дверь. Это очень плохо. Ладно, здесь пока пропускаю ход. Третий сервитор, значит, скорее всего, тоже помрет. А вот это, кстати, тоже хорошо. То есть вместо того, чтобы меня ударить, он решил просто отойти. Странные, в общем, какие-то дела творятся, не знаю. Здесь тоже была ситуация, вместо того, чтобы меня ударить, он почему-то стал обходить и помер. Ладно, тогда на тебе заряжаем дух машины. Не знаю, я не думаю, что я смогу достать его, да, не достает, в общем-то, в принципе, тогда, наверное, просто этого добью и все. Блин, или не добивать его, или сперва попробовать сюда выстрелить. 4-6, в принципе, я ничего из этого не убиваю, ладно. И он сам, да, он не будет ходить вокруг меня, он просто телепортируется, наверное, тогда. Смысла стоять рядом с ним нету. Попробую часть урона сюда нанести, и пусть потом сервиторы добивают ее. Как-то так. Стоит ли бить его? Я его не убиваю, он меня, скорее всего, убьет. Может, тогда вот этого добить? Но с другой стороны, дух машины заряжен, то есть терять такой урон хороший. Опять странно, почему-то он не нанес контратаку мне. Странные вообще вещи какие-то творятся, действительно. Ладно, шанс 50 на 50, что я разобью ее. Не повезло. Ладно, пропускаем тогда ход. Да, 3 сервитора потеряны. В общем-то, уровень пробуждения очень высокий. Скорее всего, я не пойду в другие комнаты. Потом я еще зайду, будет пробуждение 3-1. У меня будет 4 хода, чтобы зачистить там всю комнату. Это еще с учетом того, ну, если я здесь вообще всех убью, то это вот. Ладно, я пропущу пока ход. Сперва нужно консоль выбить. Ладно, теперь уровень пробуждения чуть пониже. То есть я зайду, будет почти. Будет 1, 2, 3, 4, 5, 6 ходов. В принципе, будет. Чтобы зачистить последнюю комнату. Надеюсь, мне этого хватит. Вот, кстати, тоже они близко друг к другу подошли. Я, наверное, сейчас их тогда, в общем, накрою. Гимны применять не буду. Это прям уже не надо совсем. Тут у них мало здоровья осталось. Посмотрим. Так, 4 из 7. Ну, вот этого, значит, с топора. А этого, значит, с этого, да? По-моему, все нормально.
Даже прит прошел. Стоит ли подлечиться? Ну, лечиться, в общем-то, в принципе, только вот этими навыками. Даже не знаю, стоит ли. Я думаю, да, стоит. В принципе, непонятно, кто еще там первый будет ходить после следующей битвы. Так. 5-12. В принципе, шансы неплохие. Наверное, все равно усилитель использую, чтобы уж наверняка было. Этот замок, некронское устройство, созданное при помощи весьма искусственной секретной технологии. Открыть его, не уничтожив настоящая технологическая головоломка. Однако неизвестно, какие защитные устройства могли установить некроны, чтобы наказать того, кто попытается взломать замок. Сила, мудрость, интеллект. Попробую интеллект. Ладно, ладно. Ну, кстати, еще хорошо, что я подлечился, иначе сейчас бы у меня было там, наверное, штук вообще 10 всего. Здоровье, и, допустим, здесь бы было пара претарианцев, они бы меня вообще развалили. Ну, в общем, времени нету ходить по другим комнатам, то есть уровень пробуждения уже достаточно высок. Не факт, что там будут консоли. В принципе, конечно, раз, два, три, четыре, пять, шесть будет у меня ходов, чтобы все зачистить. То есть я сейчас войду, будет плюс два. Шесть ходов будет, чтобы все зачистить. В общем, не так уж и много это. Есть два гимна, кстати, надо не забывать про них. Надеюсь, хотя бы одна консоль здесь будет. Так, непонятно. По-моему, консолей вообще нету. Нет, одна все-таки есть, да, или нету? Одна есть консоль. Две консоли. Ладно, две консоли — это нормально. Противник ходит первый, но это не принципиальная разница. Претарианцев. Раз, два. Кстати, они меня могут убить ведь, если кританут. Ладно, в общем, встану чуть подальше. Попробую себя тогда окружить этими сервиторами. Но, в общем-то, есть нехилая вероятность, что... С учетом того, какой сейчас баг идет, да, то есть они могут просто сюда куда-то телепортироваться и меня ударить. Посмотрим. В общем, я здесь защитился более-менее. Посмотрим, как это будет работать. В принципе, две консоли — это нормально. Лич Стражи тоже большой какой-то проблемы не должны мне доставить. Противник. Ну, сейчас я хожу, я буду пропускать ход. Сперва нужно дождаться претарианца. Ну да, как я и говорил, то есть... Непонятно, в общем, что творится. Пять, ладно. Пять — это был крит. То есть, возможно, я даже не умру здесь. От второго претарианца. Правда, я сейчас хожу, я наверняка не буду рисковать сразу же тогда. А, кстати, здесь вообще проход был. Значит, я неправильно здесь все рассчитал. Видимо, просто место, где можно было выставить Магаса, было таким не очень хорошим. Ну, в общем, лечимся. Тут без вариантов. Так, лечимся. Ну, наверное, дух машины тоже сразу на нем заряжаем. Смогу ли я его убить? Вот этой штукой. 2-4 плюс усилитель, в принципе, шансы неплохие. Я, наверное, так и сделаю. Да, шансы 2 из 3. Наверное, так и сделаю. Отлично, даже крит зашел. Тогда, наверное, доберу здесь тоже очки познания и пропущу кровь. Вот этой, кстати, карты я не помню. По-моему, я раньше ее не видел. 5 урона, блин, очень-очень много. До сих пор я, кстати, еще и сервиторов-то хороших не набрал. То есть у меня до сих пор старые второго уровня. Так и не нашел третьего. Точно так же, как и топор. Ну, топор я хотя бы знаю, где находится. Ладно, здесь, кстати, тоже народ собрался в кучу.
есть смысл применить какую-нибудь эту, ну, технологию, да, на максимальный урон. Какой-нибудь гим там или типа того. Пробивания брони, конечно, нет, и, блин, Лич Стражи — это очень неприятные типы. По-моему, тут нету гробниц. Да, гробниц нет, никто не будет пробуждаться, то есть, в принципе, более-менее нормально. Тут все. Возможно, даже мои сервиторы здесь его добьют. Я здесь сервиторами специально назад отхожу, чтобы отличить стражи подальше. Отлично. Даже сервиторы мои, в принципе, его добили. Здесь, конечно, блин, придется потерять заряженную дух машину, но, в принципе, сойдет. Ничего страшного. Так, или, может быть, пропустить ход. Может быть, если у этого энергетическая броня, тогда сервитором лучше его ударить. Попробую здесь походить, посмотреть, что здесь у противника. В общем-то, очков познания много. Я, наверное, сейчас даже Криптека в первую очередь убью. Да, отличный вариант. Заряженный дух машины. Какой-то урон ему несет. Конечно, помрет, но, в принципе, не принципиально. Что у этого? Абсолютно точно такой же. Но, кстати, это не очень, в принципе, хорошо. Единственное, только придется, допустим, гимн использовать на физический урон. Может быть, заглянуть вот к этому, посмотреть, что у этого по броне. Ладно, у этого нормально, обычно. Здесь я решил Криптека валить, потом, наверное, завалю этого, и потом уже буду думать, как поступить с Лич Стражем. Отлично, 9 всего лишь здоровья. В общем-то, в принципе, это труп, скорее всего. Даже, наверное, соберу сперва с тебя. Ну, шансы есть, что он выживет, конечно. Да, выжил. Кстати, я не так уж и много ему урона нанес, в итоге получилось. Ладно. В общем, решил применить тогда вот этот вот бластер, чтобы одновременно и консоль задеть. А, кстати, я еще и этого задену и убью. Отличный вариант, в общем. Этот, в принципе, тоже помрет. Еще и этому досталось. Вот это да. А вроде не показывалось. Вроде не показывало, что он может его задеть. Ладно, уровень пробуждения снял. Наверное, даже сейчас тогда побегу сразу к этому. Он меня вряд ли убьет, да? Ну, то есть, не должен убивать меня. Поэтому пойду сразу к нему. Встану. Ну, может быть, даже удар какой-то нанесу. Встану. Может быть, если он подвигается, еще получит от меня. Потом эту консоль как-то зачищу. Кстати, у него энергетическая броня. Идеальный вариант. Отличный вариант, в общем, получился. Ну, по-моему, я все-таки уложу здесь в 3 пункта пробуждения. В общем-то, все нормально. Даже, наверное, доберусь тебя еще. Он начнет движение. Ну, если я даже по нему ударю, я его не убью. Так, да, вот здесь вот я хотел ударить по Лич Стражу, но он отошел, потому что я здесь выстрелил. Хотя не показывает, что ему урон нанесет, насколько я помню. Ладно, просто здесь стоим, в общем, ждем какую-нибудь цель, может быть, кто-нибудь подойдет. Да, вот сейчас снова ударил. Непонятно, как это работает, в общем. Отлично, столпились все вместе. Значит, я буду ходить, я открою, активирую консоль и сразу всех там троих завалю. Ну, одного, наверное, не завалю, все-таки там этот. Кстати, стоит ли подойти, да? Он умрет, но, в принципе, уже не нужен. Последняя битва, сервиторов можно не беречь. Вот, в общем, пошел сканировать тогда зону. И сейчас сразу троих попробую накрыть.
То есть этот, скорее всего, умрет. Этот какую-то рану получит. Этот, может быть, тоже умрет. Блин, немножко неправильно получилось. Да, вот так вот как-то. В принципе, этот тоже может выжить. А этот еще подойдет и ударит меня. Но, в принципе, ничего страшного. Отлично. В общем, самое главное я выполнил. А этот не помер, да? Этот вообще все поглотил. Значит, у него 7 единиц брони. Так, мне надо обязательно этого добивать. И обязательно нужно вот этого добить. У него один остался пункт реанимации. Ладно, наверное, тогда тебя добью с топора. А на тебе тогда заряжу дух машины моего кнута. Ладно, в общем, в принципе, довольно нормально. Остались только самые неприятные типы. Причем у них энергетическая броня. Это очень плохо, потому что у меня основной урон как раз энергетический. Ну, я, в общем, применю какой-нибудь гим. Два у меня осталось. Так, сейчас, в принципе, просто отойду чуть подальше. И потом что-нибудь буду уже придумывать. Так, в принципе, кстати, тоже неплохой вариант. Ну, я его, конечно, не убью, но урон нанесу хороший. Да, вот вторая контратака. Непонятно, а на прошлой битве он почему-то не нанес мне удар. Контратака, когда я его ударил. Странные вещи какие-то творятся, в общем. Да, кстати, надо не забывать, что вот этот тип, он два хода имеет за раунд. То есть он довольно быстро пробуждается. Ладно, тут пока просто жду. Блин, еще и перегодил. Ну, значит, придется вот этого добивать как. Не знаю, вообще отсюда дотянусь я до него, нет. Так, тут пока пропускаем. Посмотрим, дотягиваюсь ли я до него. В общем-то, надо его убить. Он сейчас пробудится. Надеюсь, да, дотягиваюсь, в общем-то, в принципе. Стоит ли тратить все очки познать? Да, наверное, да, фиг с ним. Нормально. Возможно, стоило сразу его добить тогда и не бегать вниз. Хотя тут тоже пробуждался уже криптек, то есть его тоже надо было брать. Ладно, в общем, против этого применяю тогда гим. Сразу его развалю тогда. И он вообще не помер. Шанс был один из трех. В общем... Что-то не идет. Не очень как-то хорошо идет. Очень долго их убивать придется, блин. Ладно, стоит ли, допустим, использовать дуговой кнут? Дух машины, в принципе, конечно, заряжен. Я хотел его на кого-нибудь более ценного потратить. Так, может быть, тогда просто пропустить ход? Наверное, все-таки ход пропущу. Доберусь с него, конечно. Но ход пропущу. Так, а они почему-то первые ходят. Как бы не помереть мне здесь случайно. Блин, а я все правильно рассчитал? Нет, ладно, все нормально, мой первый ход. Быстренько тогда лечимся. Так, у этого... Броня энергетическая, его фиг убьешь. У этого, кстати, тоже. Может, тогда его просто добить, зарядить дух машины, потом в этого ударить. Ладно, у этого вроде энергетическая, да, броня? Нет, это физическая. То есть его можно дуговым кнутом долбануть. Так и сделаю.
Попробую, наверное, тогда усилитель энергии, да, чтобы больше шансов было его убить. В общем-то, в принципе, он не факт, что умрет. Ладно, повезло. Повезло мне. Так. В принципе, у всех остальных здесь энергетическая броня, то есть много урона я не нанесу. Ну-ка посмотрим. Может быть, двоих сразу задену. Так, я, наверное, даже применю блин на энергетический урон, тогда всех троих сразу накрою. Все три умрут, и останется последний вот здесь боец, как-то там что-нибудь уже придумал. Вот, отличный вариант. Тебя, наверное, тогда сервитор будет добивать, а я, наверное, пойду. Так, сперва доберусь тебя очко познания и пойду поближе уже к этому, где-то здесь он находится. Да, вот он. Ладно, давай, иди ко мне сам. Так, он его не добивает, да? Ладно. Ну, в общем, в принципе, он еще, у него еще довольно много времени, чтобы пробудиться. Так. С топора наношу ему урон, снимаю часть брони. Вот так вот еще тоже. Так, он мне, конечно, ответит. Попробую подлечиться тогда сейчас и издалека его как-то добить. Не знаю, по-моему, не получится его все-таки добить. Очень много надо будет урона вложить. Наверное, на следующий тогда ход его попробую добить. Но все равно выстрелю, конечно. Да, 0,1 урона всего лишь. Это вообще прям никуда не годится. Даже, наверное, стрелять не надо. Подождать следующего хода, что ли? Еще часть брони снимет ему. Давайте тогда просто подлечусь. Даже, наверное, 1 единицу урона ему сервочерепом нанесу. Чтобы меньше было убивать. Вот, на следующий ход. С топора, потом подхил и потом добивание. С усилителем энергии. По идее, должно хватить. Есть шанс все-таки его не убить. Наверное, тогда как-то попробую отойти издалека сперва пальнуть вот этой штукой. Блин, есть, кстати, шанс его вообще не убить. Причем не маленькие шансы. Попробую подальше отойти. 1, 2, 3, 4, 5, 6, кстати, доходит. Ну, будем надеяться. Так, поглощено. Сейчас опять ударю, опять поглотит, наверное, урон. Шанс-то 50 на 50. Ноль-два. Ну, сейчас, кстати, не такой шанс большой. Сейчас примерно 2 из 3, что я его убью. И не убил опять, да? Блин, жестоко. Ну ладно, сейчас-то будет у меня дух машины точно заряжен. У топора я ему сниму часть брони. Так, сперва ударю, потом подлечусь. Так, или может быть попробовать сперва выстрелить. Ну, в принципе,
дух машины заряжен, да? По идее, я должен больше ему урона нанести. Даже можно потом... В принципе, его сервочерепом можно же добить, и что-то как-то об этом не подумал. Ладно, в общем, лечусь и сервочерепом тогда добиваю. Все нормально. Алтарь пьедесталистый артефакт, напоминающий книгу с остальными страницами, он выставлен на показ как священная книга культа Механикус, и, судя по стоящим перед ним саркофагам, почитает Некронский том не меньше. Забрать готов, не трогать. Очистить план. Я думаю, наверное, не трогать. То есть неизвестно, что будет, вдруг уровень пробуждения поднимется. Я не хочу, чтобы было 4, попробую ничего не делать. Ну, ладно, сойдет. Сойдет. Ну, неплохой вроде был уровень. Удалось мне вложиться в 3 уровня пробуждения. В общем-то, огромное количество лиц стражей. Это очень неприятно вообще для прохождения. То есть, самые мои нелюбимые противники. Но, в общем, я более-менее справился тут. Ладно, на сегодня все.